Доброго времени суток, с вами Людмила. Короткая медитация на осень. Осенняя пора, очей очарования. Расслабляйтесь. Сделайте 3 вдоха и 3 выдоха. Представьте, что вы гуляете в осеннем лесу. Листья желтые, красные, оранжевые. И тишина. Ваш ум освобождается от лишних мыслей. Почувствуйте тишину осени, листопад, как листики падают. Уходит городской шум. Многие деревья уже свои листики сбросили, но есть прекрасные желтые деревья. Наслаждайтесь красками золотой осени. Представьте, что на вас такой листопад идет. Листики желтые, кленовые, дубовые падают тихо, шурша. А вы наслаждаетесь покоем и гармонией, спокойствие на душе. Вы отдыхаете и готовитесь к новым приключениям в этой жизни. Что-то строить, что-то творить, что-то обдумывать. Это сейчас мы расслабляемся и отдыхаем. А в жизни творчество, наши идеи, воплощение своей мечты в жизнь — это главное. Самореализация. Вот природа даже осенью реализует себя в таких красотах, она радует глаз человека. Будем радоваться мы жизнью, осенью, наслаждаться. Если вы уже отдохнули, насладились отдыхом, то открывайте глаза, сделайте вдох и можете постепенно приходить себя. Приятной вам осенней прогулки в этой медитации.